Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Какой шанс? Жиньяк. Шкртел. Наказание такое. Загружает мяч в штрафную площадь. Такими действиями игру не обострить. Ребят, нам терять нечего. Давайте. Жиньяк. Очередная потеря. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Пересек мяч боковую линию. Родригес. Перехват в центральной зоне. Вот мяча из боковой. В такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Родригес. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Защитник перехватил передачу. Жиньяк. Будет штрафной удар. Не на заброс, они же видят, что мы так делаем. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Балотелли. Харт. Мяч перехвачен. И как пробил. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил сопернику. Мяч потерян. Попытка обострить игру. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. На фланге мяч перехвачен. Пробил головой он. Далеко от ворот проходит мяч. Мяч у вратаря, все в порядке. Не прошла эта передача мяч у соперника. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Ну, беги. Можно было получше мячом распорядиться. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафные. Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше.
Как здорово сыграно головой, и так точно. Пожарит уже. Аут. Это удар от ворот. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Опасно как? Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Судья показывает, что будет угловой. Это угловой удар. Опасная передача. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Балотелли. Ох, не повезло. Рикошетом от защитника. Гол. И еще один мяч влетает в ворота. Разрыв растет. И не скажешь, что это все не по делу. По-моему, голкипер отсутствует просто как класс сегодня. Да. Сегодня действительно в воротах пустое место. Как бы грубо это ни звучало. 3-0 – это уже серьезно. Родригес. Балотелли! Как женяк! Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Балотелли. Ничем не...